бокал здесь кого-то видно. А вот и дочка. А хозяйки не дома видно? Нет, с дома я пойду скажу. Не-не-не, не беспокойтесь. Мне именно вас-то и надо. Меня? Да. Позвольте-ка хорошенько взглянуть только на вас. Повернитесь немного. Отлично. Лучше вас и желать бы не мог. А который вам год? 18. Отлично. А женихи у вас есть? Нет. Что ж они, дураки, не глядят-то? А вы помышляете о замужестве? Извините, мне некогда. Не сердитесь. Я Золотников. Откупщик, слыхали? Золотников? Человек разбогатевший, так речь у меня резко немножко. Впрочем, я принимаю вас в свое живое участие. Поверьте, нарочно для вас приехал из самого Тамбова, чтобы сделать вам предложение. Мне? Вам. Вы? Я. Да никак же вы думали, чтобы я себе говорил? Ну, во-первых, мне 50 лет. Во-вторых, физиономия моя далеко не взрачна. Ну и в-третьих, у меня жена сидит в Тамбове. Нет, я хочу женить своего сына. И как бы сказать всю правду, очень бы мне хотелось женить его именно на вас. Разумеется, если вы полюбитесь друг к другу. Вы ведь никого не любите? Никого. Ну и не любите. Я вам сына представлю. Он у меня малый, добрый, сердце только нежное. Дайте слово, что вы не будете против от моего предложения. Послушайте, слово не шутка, так что слово надо его держать. А я сына вашего и не знаю вовсе. Так что ж, он здесь в гостиной дожидается. Сейчас приведу. Настя! Да никакой ты хозяйка. Эй, как переменилась. Талия, это была в рюмочку, а теперь... Слава тебе, Господи. Дарья Семеновна, узнаете ли вы меня? Позвольте. Ну, припомните-ка хорошенько. Нет, не могу. Спасибо, Дарья Семеновна. А позвольте спросить, играете вы еще на фортепиано? Хе-хе, батюшка, куда мне? А вон... В 19-м году в Казани. Ну. Ах, боже ты мой! Василий Петрович! Ас многогрешный! Вот оно время-то! Другим человеком стал! Был он! Тут ничего не было. Появилось. Тут много было. Ничего не осталось. Дарья Семеновна не узнала. Вот Бог привел свидеться. А так ли я вам, батюшка, стара кажусь, как вы мне? Да я слышала, вы разбогатели страшно. С горя, Дарья Семеновна. Как вы отказали мне, помните? Я вошел в дела, в торги, на беду свою разбогател. Да с отчаяния женился. Из постоянства, верно. А сюда-то какими судьбами? Да делишки есть, да вот сына привез. А он у вас один? Да, один. Один? Женатый? Нет, холостой еще. Прошу покорнейше садиться. Тетушка, платье. Настя, погляди, зажжены свечи в гостиной? О чем бишь мы говорили? Да, об сыне. Женить хочу его. Ох, будьте осторожны, Василий Петрович. В Петербурге девушки все хороши на вид. Однако, как выйдут замуж, сразу видно, что воспитание не то. Вовсе не то. Вот у меня дочь. Так уж могу похвастаться. Да, я говорил сейчас только что с ней. Нет, нет. Вы говорили с моей племянницей-сиротой, которую я держу из милости. Я мать Василия Петровича. Но я вам так скажу. Дочь моя так воспитана. Так, приготовлено. Маменька! Что, Светик мой? Платье принесли! Сейчас!
сейчас мой друг. И невинная такая, младенца пристыдит. Вот это-то мне и нужно. Саша-то мой, малый добрый. Правда, в голове у него еще ветер. Наговорили ему, что у него 2 миллиона и... 2 миллиона? 2 миллиона. Так поверьте, сердце у него такое нежное. Только юбку увидит, так и влюблен. Что ни день, то влюблен. Ну, для шалости оно бы ничего. А вот как-то летом в Тамбове жениться вздумал. На интриганке какой-то. К счастью, гусар подвернулся, а то б я век с ним плакался. Вижу, вот дела плохо. Сына с собой в Питер привез, да и сразу к вам, Дарья Семеновна. И старой памяти знаю, что не откажете в добром совете. А у вас, я слышал, дочь. Кто знает, может быть, дети наши познакомятся, слюбятся. И мы так дети наши. Дарья Семеновна, не так ли? Что уж старое припоминать. Не возвратиться уж, подлинно. Позвольте ручку поцеловать. С удовольствием. И рука-то постарела. Вы табак нюхаете. Для глаз, Василий Петрович. Для глаз? Исключительно для глаз. Маменька, ну пойди же вы сюда, какие вы несносные. Сейчас, мой ангел. Сейчас приведу вам ее. Не будьте слишком строги. Господи, что за перемена? Меня не узнала. Вот тебе урок, Василий Петрович. 30 лет вспоминал об ней с наслаждением, воображал ее прежней красавицей. Ах, право, хуже оплеухи, как не видавшись 30 лет, найдешь в развалинах старухи любви восторженный предмет. Ах, Даша, в прежние годочки с тобой встречались мы не так. Тогда ты нюхала цветочки, теперь ты нюхаешь табак. Господи, дернула же меня сюда приехать. Батюшка, обними меня. Да погоди. Нет, ну обними меня. Да выслушай. Нет, ну ты обними меня. Вот так. Еще раз. Кончена решена, я исполню твою волю. Я женюсь на ней. И именно на ней. Не на ком другом, а на ней. Да вы... Вот придумал. Вот отец. Ну обними меня. Да выслушай. Глаза, талия, волосы. Батюшка, благослови. Да, держись, пожалуйста. Мы ошиблись, это не она. Как не она? Она. Я не хочу, чтобы она была не она. Да я сам ошибся. Не, ты думаешь, что я там говорил в гостиной с дочерью? Ну да. Так вот в том-то и дело, что она не дочь. Как не дочь? Не родилась же она без отца и без матери. Чья же-нибудь она дочь? Мать какая-нибудь была. Ну да и отец тоже. Она племянница. Все равно, батюшка, все равно. Да говорят же тебе, она племянница. Да хоть дяди бы она была, все равно я на ней женюсь. Твоя была воля, а воля отцовская — закон. Да я поручил тебе другую. Нет, воля отцовская — закон. И я не хочу другую. Да не шуми ты, они идут сюда. Пусть они идут, скажи, чтобы не шли. Да ты взгляни только. И глядеть не хочу. Вот вам и моя Машенька, Василий Петрович. Прошу любить да жаловать. Держись при ней. Она у меня застенчива. Посидишь, хорошо. Вы ей извините, Василий Петрович. Она у меня девушка не светская, все за рукоделием да за книгами. Перестаньте, маменька. Я ей говорю: Машенька, ну что ж ты в свои лета глаза портишь? Твои лета нужно искать удовольствие, веселиться. Она мне говорит: нет, маменька, не хочу я ваших светских удовольствий. Что у них? Женское дело быть доброй матерью, нежной супругой. Маменька, я сейчас иду. Поверьте, все хозяйство ей на руки отдала. Пускай привыкает, а в свободное время рисует, занимается музыкой.
А вот вам мой сын. Кланяйся же. Не хочу. Очень приятно познакомиться. А вы первый раз у нас в Петербурге? Да. А долго думаете здесь оставаться? Нет. А чего же так? Так. Маменька, ваши вопросы очень нескромны. Может быть, им неприятно. Да где же мне уметь общаться с молодыми? Это твое дело занимать молодых людей. Пойдемте, Василий Петрович. Сколько лет не виделись, есть о чем поговорить? Конечно. Вообще без нас познакомиться свободно будет. Ах, душенька, ты похозяйничай здесь без меня. Сегодня девушка, а завтра сама, может, будешь жить домком. Забудь. 2 миллиона, поняла? Пойдемте, Василий Петрович. Кажется, вовсе не обтесанный. Пожалуйста, какое. Ну как ее можно сравнить с той? У той глаза, талия, волосы. Однако и это порядочно. Так себе. Не угодно ли вам садиться? Нет, зачем? А как вам нравится наш Петербург? Что-с? Петербург вам как? Петербург, что ли? Ну, даст город известность. А в Пассаже вы у нас были? Как же, давеча в лесу подовые пироги ел. И вам нравится? Пироги, что ли? Пассаж! Приятное гуляние. Ну так отчего же вы не садитесь? Не беспокойтесь. А глаза-то какие глаза! Где же были раньше мои глаза, что я не заметил ее глаз? А говорят, в нынешнем году славная опера. Говорят. Может быть, вы и сами музыкант? Как же-с, играю немножко. На фортепиано. Преимущественно на валторне. А вы-с? А я пою немножко. Неужели? Как это приятно. Я не знаю, отчего она мне с первого раза не понравилась. Она очень, очень милая. И манера какая прекрасная. Я не знаю, смею ли я вас спросить. Что? Я говорю, я не знаю, смею ли я вас спросить. Я не знаю, с первого раза смею ли я вас спросить. Ободрите, пожалуйста. Что же вам угодно? Ну, смею ли я вас спросить, например... Да она не девушка, очарование! Объясните, пожалуйста, дайте послушать. Я прям не в голосе. Ну попробуйте. Разве только для вас? Для меня! Она сказала, для меня! Я ей понравился! Да не девушка, очарование! У меня тут новый роман. Скажи, о чем в тени ли дверь?
надеяться. Как надеяться? А вы разве ничего не знаете? Нет. Вы не знаете, что ваша старуха была когда-то влюблена прежде в моего старика? И маменька тоже? Уж я бы никогда не подумала. Да она никогда не говорила мне об этом. Они никогда не говорят об этом. Вот и батюшка мой выдумал, чтобы я за вас, ну или вы за меня, это все равно. Вы влюблен, совершенно влюблен. А коли не согласитесь, я буду самым несчастным смертным. Ну так говорите же. Батюшка желает мне счастья. Он только и думает, что о моем счастье. Ну да и я желаю себе счастья. Ну а кто не желает себе счастья? Может быть, только вы не хотите моего счастья? Уж почему? Отчего же? Вы хотите моего счастья в самом деле? Ну, разумеется. Так я могу надеяться. Я завишу от маменьки. В сторону маменьку. Не в маменьке это дело. Вы мне про себя скажите, могу ли я вам нравиться? Почему вы нет? Марья, как по батюшке? Петровна! Машенька! Я самый счастливейший человек! Ой, я буду вас любить, как еще никто не любил, да и никогда любить не будет! Дождите же! К чему ждать? Это лицемерство, я не хочу ждать! Я люблю вас! Мы любим друг друга! У нас будут дети! Делайте из меня, что хотите! Приказывайте, располагайте, только позвольте доказать любовь свою! Ну вы право, пристранный человек! Однако, подождите, у нас сегодня танцевальный вечер. Вы хотите танцевать со мной? Ну, взыщите, как смогу. Это же все равно. Но только видите, у меня нет букета. Тогда что же вам букет? Как, вы не понимаете, что в моде нынче иметь в руках букет? Нет. Значит, ступайте за букетом, но только из живых цветов. Ну, куда же я пойду? Это же все равно. Ступайте. Марья, я вас так люблю. Прощайте. Какая ручечка. Что за ручки? Просто чудо, целовать бы век готов. Ну, ступайте же, покуда принесите мне цветов. Что за странности, какие вам в букете, что за проб, вам на что цветы чужие, самый лучший вы цветок. Наступайте! Нет, Машенька! Наступайте! Нет, Машенька! Ступайте! Марья! Ступайте! Куда ты, сумасшедший? Батюшка, с букетом поздравляю тебя! Обними меня! Я исполню твою волю, я женюсь на ней, я счастлив, я ведь переродился. Да объясни, по крайней мере. Я влюблен по твоему приказанию. Да, да, я женюсь, когда хочешь, хоть нынче. Родитель, благослови. Да, подожди, на ком на ней? На ней. На племяннице? На дочери. На Настеньке? На Машеньке. На моей Машеньке. Ну, на Марье Петровне. Для всех она Марья Петровна, а для меня она Машенька. Да как же ты мне сказывала, что влюблен в другую? В первую. В первую? Нет, это мне показалось. Хотя она очень-очень милая. Но эту ты мне сам назначил. А к тому же она так поет, так поет. Ну, едем. Как едем? За цветами и конфетами. Она этого желает. Она приказала. Ну все, едем. Ступай один. Нет, один не еду. Ничего не найду, вернемся сейчас. Да, объясни, по крайней мере. Дорогой все объясню. И запомни, от этого зависит судьба моей жизни. Ну, идем. Ой, а это бювар, ваша матушка, конечно. Бювар, маменька. А у генеральши Ахлебовой точно такое же есть. Ой, скажите, как в Петербурге-то живут. А вы давно здесь не были? Ой, 15 лет, шутку сказать. Только надо признаться, дорогонько-то у вас стало. Да-да, недешево. Помилуйте. Говядина филей 34 копейки, слыхано ли дело?
Помилуйте, квартиру наняла такую, что у нас в Тамбове стряпчий не захотел бы жить. Вот к чему не приступись, вот такая шарите! Ах ты, маменька! Все равно. Скажите, пожалуйста, а ваше платье шито дома или в магазине? Конечно, в магазине. А пелеринку где брали? В пассаже. Очень мило. А Графина Григорьевна, а поигрываете ли вы в карточки? Ой, матушка, страстная охотница. Только не из-за интереса, а так, по маленькой. А часто ли вы теперь выезжаете? Ведь балы начались. А, да, моя Катенька захворала, да. Хорошо, что натура-то крепкая. Выздоровела скоро, а то доктор боялся, что сделается рецидив. Матушка, рецидив. Рецидив, рецидатив, все равно. О, Марья Петровна, а где ваша комната? С этой стороны. Позвольте полюбопытствовать. Пожалуйста. Машенька, Машенька, пойдем посмотрим комнату. Машенька! Маменька. Катенька, пойдем! Нет, маменька, только локоны поправлю. Пожалуйста. Какая манерная эта Машенька! Из чего она только нос поднимает? Вот важность, что живет в Петербурге! А разве я ее хуже? Ну чем? Просто ничем. Просто ничем не хуже. Показывайтесь мне на глаза.
истина. Так я еще и виноват? Он еще и спрашивает, виноват ли он. Да вы изверг, а не человек. Дон Жуан бессовестный. А что это такое, Дон Жуан? Не ваше дело. Ну, расскажите. Расскажите свой поступок. Я право не знаю, как говорю еще с вами. Помилуйте. Вы живете у нас в деревне. Вы притворяетесь влюбленным. И когда я, как неопытная и беззащитная, начала чувствовать к вам склонность... Пожалуйста, не смотрите на меня так. Когда я согласилась на предложение ваше, веряя вам участь свою, вы вдруг уезжаете, не говоря ни слова, не простившись, не выпив даже чашечку чая, как вор точно. Но на кого вы теперь похожи? Я похож на матушку, но не в том дело. Кого вы хотели там из меня сделать? Как кого? Я думала, вы будете моим мужем. А гусар? Какой гусар? А вон тот, гусар-ремонтер, который гостил у вас в деревне. Да он не братец. Какой еще такой братец? Троюродный. Спасибо им за братство такое, слуга покорный. Вы забываете? Нет, я напротив помню. Вы не врите, я все знаю. Что вы знаете? Я знаю, что вам письма писал. Неправда? Я их сам читал. Ангел мой, Катенька, ангел мой. И где гусар учится такие письма писать? Ах, вы на это рассердились? Ну, а вам мало, что ли? Чего бы вы еще хотели? Что вы смеетесь? Помилуйте, вы такой смешной. Это я смешной? Нет, я обижен, я зол. Может быть, вы мне объясните, зачем вы получали гусарские письма? Нет ничего легче. Ну, попробуйте, объясните-ка. Не хочу. Катерина Ивановна, объясните. Вы не стоите того? Катерина Ивановна, умоляю вас, не будьте жестоки, объясните. Нет. Поздно. Нет. Катерина Ивановна, прошу вас, объясните. Катерина Ивановна. Так слушайте. Помните? Помните Катеньку Рыбникову? Ну да. Которая гостила в деревне. Ну, она же Авдотья. Ну, это старшая сестра. А та другая. Так вот, эти письма к ней. Я их только передавала. Он даже жениться на ней хотел. Катерина Ивановна, в самом деле. Дурак я, злодей, клеветник. Терзайте меня, бейте меня, без вины виноват. Ну и зачем мне эти гусары в голову лезли? Простите, Катерина Ивановна. Нет, поздно теперь. Я бедная, несчастная. Люблю гусаров. Меня каждый смеет обидеть. Не суждено вечно любить да страдать. Страдать да любить в одиночестве. Катерина Ивановна, так вы невинны. Ну, конечно. Впрочем, как вам угодно. Катерина Ивановна, простите меня. Умоляю вас, простите, Катерина Ивановна. А вы не будете меня больше ревновать? Никогда, никогда, никогда. Только... Вот те. Батюшка, да она, Катерина Ивановна. Катя Тамбовская. Гусар писал письма к Рыбниковой. Он даже хотел жениться на Рыбниковой. Она моя, Катенька, любила, дострадала меня. По-русски-то говори. Она любила, дострадала за меня. Да ты, братец, из ума выжил. Я должен загладить свою вину. Я женюсь на Катерине Ивановне. Да женись ты на ком хочешь. Ты мне уже надоел. Я тебе даю четверть часа одуматься, а уж там заставлю освидетельствовать губернское посольство и сумасшедший дом. Терпения никакого нет. Слышишь, чтобы через четверть часа был ответ. Ваша Машенька, а ваша Катя? Ой, ваша. А Графена Григорьевна, я не могу наглядеться на вашу Катеньку. В полном смысле красавица. Много мил сюда, Семеновна. Что вы на чужих глядеть-то? На
На свою Машеньку я чаю не успеть налюбоваться. Давеча мы говорили об ней с генеральшей Охлебовой. Вот уж девушка. Можно сказать, что девушка. Все, при себе держала. А вы свое дома воспитывали? Дом, Дарья Семеновна. Скажите, пожалуйста. Какие приемы? Точно в большом свете век жила. И скромность какая. Как себя держит. Я уж тем, Дарья Семеновна, довольна, что она с вашей Машенькой сблизилась. Поверьте, вот мы месяц как приехали, а я нахожу, что моя Катенька много выиграла. Да и у кого и перенимать, как не у вашей Машеньки-то. Ой, примерная девица-то какая! И бельем какая! Бельем, хотите вы сказать? Все равно. Ну уж нечего сказать. Загляденье ваша Маша. А на Катеньку вашу, вы думаете, не весело глядеть? Что за манеры? Какой бонтон! Какая приятность! Какая ласка в разговоре! Нельзя не поздравить! Со стороны порадуешься! Ну уж нечего сказать. Загляденье ваша Маша. А на Катеньку вашу, вы думаете, не весело глядеть? Что за манера? Какой бунтон! Какая приятность! Какая ласка в разговоре! Ну уж нечего сказать-то больше. Со стороны порадуешься. А я вот все думаю, почему у вашей Машеньки нету женихов-то? Я думаю, их перечесть, наверное, нельзя. Да, есть таки. 14 генералов сватывалось. Врет, просто врет. Были и полковники, и капитаны, князь был один. Да только я Машеньку не неволю. Пущай сама набирает, ведь ей вместе жить не мне. Однако ж вам, как доброй приятельнице, я скажу секрет. Я сегодня Машеньку свою сговорила. Неужто я свою Катеньку тоже сговорила? Дочь моя выходит за богача. Да не в этом дело, нет. Человек хороший. Вы, быть может, слыхали про Александра Золотникова? Что? Подождите. Не может быть такого. Это моя Катенька выходит за Золотникова. Они были обручены давно, а нынче снова порешили. Нет. Он сейчас же просил у тебя Машеньки. Нет, не Машеньки, а моей Катеньки. Машеньки, говорят вам? Нет, не Машеньки, а Катеньки. Ваша Маша, конечно, милая девушка, но где же ей сравниться с моей Катенькой? Она хоть и незаметна, в общем, да всем известно, что ваша Маша ведь... Кривобока! Да прекрасно! Нет, это моя дочь Кривобока? Да я ей прикажу раздеться перед вами! Замечательно. Моя дочь Кривобока. А не с того ли вы это взяли, что ваша дочь вся на вате? Что? Это моя дочь на вате? У меня Солоб на вате, а не дочь, а дочь моя не Солоб. Я прикажу раздеть при ней. Вот прекрасно, да? И обманывать, кстати, и некого. Да ты что обманывать? Золотников даром, что не дальнего ума, однако ж не такой пошлый дурак, чтобы жениться на вашей дочери. И почему же? А потому что всем известно, что ваша дочь бегала за гусарским офицером, который посмеялся над ней, да и бросил. И тут же бедную сироту оклеветали, которая ни душой, ни телом не виновата. Благородный поступок. Ну, сам сам расскажет. И вы мне смеете это говорить, да? А разве вы думаете, неизвестно вот всем, что ваша вот... Кривобокая! Влюблена в итальянского певца! Срам, говорит, смотреть, как в опере сидит! Все смеются! Да вы, кажется, забываете! Я вас к себе впускать не велю! Да я и сама не пойду! И без вас один, слава богу, знакомство! Вот генеральша Охлебова и получше вас! Да она ходит со мной куда быстрее!
девушка-то какая? Одна кривобока, другая на вате. Одна любит гусаров, другая итальянца. Обо мне говорят, что я дурак. Так нет же, не дурак!